Всем здравствуйте! Новое видео. И в этом видео один из моих любимых аквариумов с боковым сампом. Аквариум габариты имеет 1200 на 600 на 350 миллиметров высота, 10-миллиметровое стекло, две стеночки в аквариуме осветленные. Такие габариты можно было делать из восьмерки стекла, но разница, в принципе, она не сильно большая, поэтому с владельцем было принято решение, даже больше владельцем было принято решение, то, что лучше сделать из десяточки. Швы, как всегда, идеально идеальные. Рыбка у нас появилась. Вот такая супер рыба у нас. Уже подписчики помнят ее. Для вновь просматривающих напомню. Тоже отлично живет как в воде, так и без воды. Очень похоже на нашу актинию, которая для морских аквариумов используется. Это аквариум будет пресный, пресноводный. И в этом аквариуме владелец будет выращивать, разводить гоникских цихлид. Не первый уже аквариум делаем. И, в принципе, владельцу очень даже нравится. Стандартно черный триплекс. Стеночка. Разборная гребенка. Тут вырез у нас присутствует. И тоже стандартная конструкция на три отсека. Но единственное, что у нас тут интересное, это вот тут два отверстия в стекле и два фитинга стоит. Владелец захотел, чтобы у него две помпы работало. Ну, скажем, лишняя защита от выхода из строя оборудования. Это, в принципе, очень даже неплохо. Ну и регулировку направления потока тут тоже можно будет более гибко настраивать. Одна, например, будет заднюю стенку омывать, вторая, вот как она на данный момент располагается, будет по диагонали идти по аквариуму. По звукам, как всегда, все идеально, все бесшумно. Сама ниша сампа 180 миллиметров, и с учетом стенки и бокового стекла аквариума получается 200, и дисплейная часть ровненько 1000 миллиметров по низу тут, по низу говорю, по возвратному отсеку тоже все хорошо, тут большой перепад, еще раз покажу, все идеально, шумно работает, все классненько и замечательно. Темно-синяя пленка, первый аквариум владельцу мы как раз сделали с черной пленкой, и когда уже аквариум забирали, как раз у нас стоял аквариум с темно-синей пленкой. Владелец посмотрел, ему очень понравилось, и вот могу сказать, что уже третий аквариум делаем именно с темно-синей пленкой. Это вот как обратная связь от людей, то что, ну, мне эта пленка очень нравится, и, в принципе, владельцам аквариумов, в принципе, тоже ни разу я не слышал, когда советовал эту пленку, чтобы приезжал аквариум, и владельцы говорили, что, наверное, все-таки немножко что-то не то. Тут, в свою очередь, сама боковинка самба в черной пленочке стандартно. Тоже думали, может сделать синий, но потом решили нет. Как раз таки планируется, что по длинной стене комнаты будет располагаться три аквариума. Будет идти по бокам синенькие, а посередине будет вот эта вот черная вставочка. Это должно быть очень даже прикольно смотреться. Вот, вот такой аквариум получился. Если хотите себе такой, в описании к видео указана вся контактная информация. Пишите, звоните, с радостью пообщаемся и сделаем для вас тоже такой же классный, офигенный аквариум. Спасибо всем, что посмотрели, и до встречи в следующих видео. Всем удачи!